издевайтесь. Вы что, издевайтесь надо мной? По встречке 956, Калина ехал, у меня запечатлено все. Потом никто не привлечет. Привлекают, у нас есть специальный. Что, зачем мне рассказывать? У нас специальный прием. Я из общественной организации. У нас специальный я сам занимаюсь. У нас специальный прием, есть первый батальон. Слушайте, зачем мне рассказывать? Вы можете в кабинет обратиться. Я занимаюсь этим вопросом. Вы что, издеваетесь? Да вы что, издеваетесь? Деньги, сумки, живы! Я говорю, никто не занимается этим вопросом. Занимаются этим вопросом, конкретно привлекают людей за это. Есть специальный там портал. Я знаю сам, я сам обращаюсь уже не один год, понимаете, по этому вопросу. Я сам из общественной организации, я вам говорю. Я сам Борис... Вы что, не занимаетесь? Нарушителем, конечно. Я хочу впечатлить, как вы отреагируете на мое заявление или нет. Мое обращение к вам. Сейчас я еще 5 минут стою. Я только прошел 2 минуты. Уже прошли. Нет, 2 минуты только прошло. Я же посмотрю знаки, я 5 минут имею право. Да, я смотрю. Ну, Калина, 956. Сейчас я уберу, посмотрю. Вот он, автомобиль, останавливай. Я не успел. Останавливай. Как я его останавливаю? Останавливать автомобиль. Позор вам, Единой России, и всей вашей власти. Пропадите пропадом, убирайтесь вон. Подлость, гадость, преступники. Ненавижу вас. Негодяй! Вообще капец. Чего вы не останавливаете? Там по встречке ехал автомобиль. А можно к вам обратиться? Вон Калина по встречке ехал. Он меня не принял обращение ваше. Что? Напарник. Ну вот только проехал, он не остановил. Остановил? Калина, два, не остановил, да. У меня, я говорю, на регистратор запечатлено, я обратился, он не остановил. Вот она только проехала. Я догнать легко можно. Я ориентировку, сейчас ориентировку забить. Да какой ориентировку? Его надо останавливать. Ну я раньше, сейчас я ему говорил, вот я стоял, объяснял, что надо остановить. А он вот так стоял на нее и не остановил. Вот. Да, не отреагировал. Вы старше, да? Пойду обращусь. Вообще. А вы тут старше, да? А? Да. А, понял. Мимо вас прям нарушитель проехал. Вот он по встречке ехал. Обалдеть можно. Во-первых, я бы его не смог остановить. Вот как вы не смогли? Ну и что, надо было, ну, и было что? Кидаться под и машину. И что? Вы пешеходный переход. Почему под машину? Вы знаете, вы что, издеваетесь надо мной? Не пойму. Как это понимать? Ну вообще, что-то героическое в этом есть. Вы что, издеваетесь надо мной? Успокойтесь, баронесса, я просто стараюсь быть объективным. Да к черту вашу объективность! Классный сотрудник. Я драйвер. Вот мимо него прям потихонечку проехала. Я говорю, на нас был такой, подойди. Да я не знал, что он такой. Да конечно, сразу бы ее поймать. Да конечно, сразу, сейчас никто не привлечет. Может, потому что пьяный или что-то. Потому что никто не придет и все.
Ну ничего, в следующий раз не увидите, сразу говорите. Спасибо.